Алло, бабуль, я поступила. Умница ты моя, поздравляю. Ну что, я еду на вокзал, беру билеты к тебе. А это еще зачем? Ну как зачем? Я соскучилась. Нечего деньги на дорогу тратить. Вот оставайся там в столице, прогуляй их, да. Ну что ты не видела в нашей дыре, а? А ты как? Я замечательно. И не вздумай сюда ехать. Поступила, внучка, институт, поступила. Поздравляем. Спасибо. Александра Ивановна, ну что же вы ей ничего не сказали? Да зачем? Чтобы она сюда сорвалась. Ну а чем плохо? Был бы рядом родной человек. Мы все равно поедем в больницу. У вас нестабильная стенокардия. А это значит, что приступ может повториться в любой момент. Никуда я не поеду. У меня здесь дом, у меня огород, у меня цветы, у меня вон яблоки сыпятся. У всех огород, цветы и яблоки сыпятся. А с сердцем шутить нельзя. Я никуда не поеду. Я останусь дома. Ну, как знаете, Александра Ивановна. Но почувствуйте себя хуже, сразу звоните. А я вечерочком забегу. Витя, у него? Как, поступил? А ты во мне сомневалась? А ты? Ты. Тоже поступил. Ах, ты молодец какая! Чего такой кислый голос грустный, а? Да я за бабушку переживаю, она там одна. А ты что, серьезно? Ты серьезно в такой день сейчас думаешь о бабушке? Да с ней все будет хорошо, я тебе обещаю, спорим? Так, а мы с тобой обязаны, просто обязаны все это дело отметить. Почему? Потому что мы поступили? Нет. Потому что мы поступили! Вперед! Мой голос для тебя и ласковый, и томный, тревожит позднее молчание ночи темной. Коваленко. Ректор просил обратить внимание. Близ ложа моего печальная свеча горит. Скумбрия. Мои стихи. Папаша. Какой-то магнат рыбный. Сливаясь, журча текут. Текут ручьи любви, полны тобою. Во тьме твои глаза блистают предо мной. Мне улыбаются. И звуки слышу я. Мой друг. Мой нежный друг. Люблю. Твоя. Твоя. Талантливая девочка. Чего подвернул? Скажи, что у тебя травма, потом пересдашь. Нельзя. Сойду с дистанции, вылечу с мореходки. Хватайся. Скворцов! Я. 3.18. Молодец. Одинцов! Я. 3.23. Как это? Они же последние пришли, я видел. Одинцову сбрасывай минуту за проявленную во время испытания солидарность. Как говорится, сам погибай, товарища выручай. Петро! Я! 3.23. Минута снимается за мужество. Несмотря на травму, не сошел с дистанции. Петров, медпункт.
Сытник. Я. 3:26. И это первое предупреждение. Толкнул товарища. Это нехорошо. Еще два, и будешь отчислен. Разойтись! Представь, что ты приходишь в клуб, замечаешь симпатичного парня, а подходишь к нему и говоришь: слушай, со мной классно в постели. То это будет прямой маркетинг. А если один из твоих друзей, с которыми ты пришла, подходит к нему и говорит: чувак, с ней классно в постели, то это что? Ну, реклама. Отлично, ладно. Подожди, а если парень сам подходит и говорит: слушай, я слышал, что с тобой хорошо в постели, что это? Ну, тогда это узнаваемый бренд. Отлично. О, молодой человек, а можно, пожалуйста, шампанского, девушка? Конечно. Спасибо. I'll be back. Что значит, жди меня, я вернусь. Спасибо. Лев, пошли потанцуем. Я не хочу. Потанцуем. Блин. Пойдем. Опа. Нет, ничего, все нормально. Но я же вижу, что что-то не так. Я же понимаю, что тебе все это не по кайфу. Хочешь, бежим отсюда? Очень хочу. Тогда побежали. Давай. Thank you.
Ты слышал? Нет. Кажется, ключ повернулся в замке. Да это показалось. А у твоей мамы есть ключи от этой квартиры? А ты себе представил эту картину маслом? Ты, я и моя мама. Не переживай, она раньше октября здесь не появится. У нее полный завал по работе. Да даже если она вдруг возникнет здесь в дверях, или предстанет перед нами здесь, я скажу ей: мам, это моя женщина. Мы любим друг друга и собираемся пожениться. Какие Жек. Еще вопросы? М? Жек, ты серьезно? А я похож на шутника. Который час? Мне же на пробежку пора. Ты куда так подорвалась-то, спортсменка? Давай один раз мы сегодня пропустим. Ну, я не могу, ты же знаешь, у меня режим. Я отцу обещала. Да я знаю. Лен, я не хочу, чтобы ты отказывалась от своих целей или от своих желаний ради меня. Я хочу, чтобы у тебя было все. Чтобы ты была самой лучшей. Стала олимпийской чемпионкой. Я уверен, ты будешь. Никуда не уходи. Так. Лен. Я хочу прожить с тобой всю свою жизнь. Ты будешь моей женой. Да. Он еще и плавать не умеет. Одинцов? Он же вроде из Приморска. Ну да. Разговорчики! Поплыли! Проблемы? Все нормально. Смотри, вместе с грибком набираешь воздух, выдох в воду. Понял? Типа того? Типа того. Давай еще раз. Так что бы ты не сказал, я бы тебя встретил. Хорошо, ладно, давай. До встречи. Мама приехала. Есть предложение с ней сегодня и познакомиться. М? Так мы знакомы давно. Да, но теперь, как порядочный человек, я обязан представить тебя как свою невесту. Давай не сегодня. Да, а чего нет-то? Ну, тренировка допоздна, потом соревнования. Ты боишься мою маму? Я не боюсь. Просто... Просто что? Я думаю, она будет против. Почему? Чувствую. А я чувствую, что здесь что-то другое. Ну, ты не переживай, но моя мама в моей жизни чисто совещательный голос. И мы с тобой просто поставим ее перед фактом. И все. Ну, давай пока не будем мне ничего говорить. Ладно? Боишься? Ну, хорошо. Давай не будем. Ленка, привет. Лиза, подожди, я иду уже. Спалились. Удачи тебе. Это
Это он был? Кто? Ну, конь в пальто. Могла бы познакомить наконец. Ну, ничего, так твой парень, Жека. Мне тоже нравится. Ты его любишь? Люблю, конечно. Замуж зовет. Да ладно! Ах, вот ты зачем сюда приехала. Замуж выскочить? А тренер-то не в курсе. Походу, в сборную ее готовит. Возьмет еще и родит. Слушайте, завидуйте молча. Угу. Вот дуры. Ну, Жека твой тоже странный. Ну, какой замуж в 17 лет? Я бы на твоем месте не торопилась. Я не тороплюсь. Пойдем? Пойдем. Здрасте. Здрасте. Я соскучился, котенок. Предлагаю сейчас отправиться к тебе на полчасика. Ну, опять на полчасика? Ну, не вешай свой маленький носик. Мне кажется, ты под каблуком у жены. Просто я ее люблю и не хочу, чтобы она переживала по пустякам. А, любишь? А ты же говорил, что любишь меня. Ну, я и тебя люблю, Ситуль. Нам здесь нельзя находиться. Время уходит. Едем, едем. Куда торопиться? Тебе и 10 минут хватит. Тебе же от меня ничего не надо, кроме секса по-быстрому. И так, чтобы жена не узнала. Вот интересно, ей что-нибудь перепадает после меня? Фу, Свет, как грубо. А тебе не идет. Грубо, зато правда. Ну что ж, нет так нет. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Ты молода и еще обязательно встретишь свою любовь, а я буду с благодарностью вспоминать этот чудесный эпизод моей бестолковой жизни. Здравствуйте. Да-да, вот именно так и нужно играть этот эпизод. Передай, пожалуйста, Скляренко. Из воды. Двадцать 9,2. Неплохо, но на средней дистанции нужно прибавить. Завтра на соревнованиях должна это сделать. Тренер сборной будет. Я сделаю. Я надеюсь. На сегодня хватит. Мам, ты надолго приехала? А что, мешает твоей личной жизни? Да нет, я так просто спросил, чтобы планы свои устаканить. Ты увлекся здоровым питанием. Да нет, ты что, я это не люблю. Это Ленка по утрам ест. У нее же режим. Какая Ленка? А, Колесова. И часто она у тебя завтракает? Случается, мам. Ну, как, мы же провинциалы, одни в столице. Должны поддерживать друг друга. Ну, конечно. Скажи, а Свету Коваленко ты тоже в гости приглашаешь? А тебе-то что? Ты сюда зачем приехала? Ко мне? Или в жизнь мою личную лезть? Опять хочешь все контролировать, да? Хорошо, давай. Хорошо. А я тебе скажу, раз ты все хочешь знать, я и Лена Колесова, мы любим друг друга и собираемся пожениться. Довольна? Теперь ты все знаешь. Забыл добавить, что уже взрослый. А, да. Я уже взрослый. С чем тебя поздравляю. Ну что ж, прекрасно. Замечательно. Тебе же стипендию не задерживают? Квартира оплачена до конца квартала. Нет, ну потом вас, конечно, попросят. Ну ничего. Съедете, молодые. Продукты оставляю тебе. На первое время хватит молодой семьи. Не провожай меня.
Мам, ну чего ты? Желаю счастья в самостоятельной взрослой жизни. Мам, ну ты правда, ну ты шуток не понимаешь, что ли? Ну, ей-богу, ну какое жениться, мам? Ну сама подумай, я же только на первом курсе. Ма, ну ты чего? О, сынок. Пойдем лучше с тобой фарш превратим в котлетки. М? И я сейчас тесто замешаю, а ты блинчики испечешь. М? Годится? Да. Я приеду. Что-то случилось? Бабушка в больнице. Сердечный приступ. Она упала прямо в саду. Хорошо, соседка вышла во двор, увидела, скорую вызвала. Через 40 минут автобус. Я должна успеть. Так завтра же соревнование. Ну, если она в больнице под присмотром, может, ты завтра поедешь? Ну, выступишь и поедешь. А если... Я не могу, у нее нет, кроме меня, никого. А что тренеру сказать? Извинись перед ним. Алло, Жека, бабушка в больнице, я еду в Приморск. Хочешь, я с тобой поеду? Далеко собрался? У Ленки бабушка в больнице. Ты узнай, может быть, какие-то лекарства нужно здесь купить. Поговори с врачом. Она поговорит. Пришлю тебе список на несколько тысяч, а денег не вернет. Это же на лечение любимой бабушки. Мам. Да, Лен. Как ты? Леночка, ну что ты так сорвалась, а? Давление прыгнуло. В моем возрасте так бывает. Я Арсению Николаевичу говорила, не надо тебе звонить. Ты как всегда. Короче, три экономиста собрались на охоту. Видят кабан. Тут первый и на метр вправо. Тут второй и на метр влево. А третий как закричит: «Ура! В среднем мы его завалили!» Здорово, братишка. Слушай, 100 лет тебя не видел. Да? Тут ходили слухи о твоей преждевременной кончине. Ну или о женитьбе, я не знаю. Ну, слухи сильно преувеличены. А, ну, понятно. Ну, а сейчас ты куда? Туда. Грызть гранит науки. Да, Жека. Не знал я, что ты такой скучный человек. Со своей спортсменкой он совсем о коллективе-то позабыл. Пошли ко мне. Предки свалили, а мы решили алкогольный утренник организовать. О, вот это идея. А вечерочком можно к нам в клуб затулиться, а? Там, говорят, новый диджей нереально крут. Вот и проверим. Ну? А, здрасте, Игорь Степанович. Здравствуйте, Евгений. Здрасте, Игорь Степанович. Здрасте. Слушай, ты что, реально на все пары, что ли, ходишь? Да ты что? Ну, это же я. Не, ну, респект. Тогда точно одного пропуска никто не заметит. Ну, что? Гаудамус игитур, что значит жизнь коротка. Ну, поехали, а? Поехали. Смей, искуситель. In vino veritas, что значит, ты знаешь. Истина в вине. Ладно, погнали. Там бабушке капельницу нужно. Сейчас подойду. Арсений Николаевич, здравствуйте. Здравствуй, Лена. Рад, что приехала. Как она? Ну, характер у нее железный, сама знаешь. Это точно. На нем только держалась, когда отца твоего не стало, но... Лена, ты должна понимать, ресурс ее сердца на исходе. Еще после того приступа летом... Как летом, когда? Она так и не сказала. Лена, срочно нужно делать аорто-коронарное шунтирование. По направлению очередь на несколько месяцев. И, к сожалению, нет. Так а что делать? Нужно делать платную операцию. $5000. Понимаю, для вас это неподъемная сумма, но другого выхода нет. Я пока распишу поддерживающую терапию. Но времени очень мало. Могу принять только по цене лома, иначе никак. Украшение старомодное, изношенное. Вы ведь не собираетесь его покупать? Сколько? Сейчас посчитаем. Вот. Я согласна.
хотя это очень мало. Денежные затруднения? Да, бабушка в больнице. Смотрите, у вас на пальце кольцо. Я мог бы продать его за хорошую цену. Разрешите? Нет, извините. Я знаю одного человека, который именно такое кольцо хотел приобрести за очень хорошую цену. Пересчитайте. Поверьте, это очень хорошая цена. Я надеюсь, эта сумма решит вашу проблему? Не решит. Девчонки, подождите меня там! Оля? Катя, Юля, Виктор Петрович, Вахтанг, Ибрагим, Жанна, Света. Да, угадал. Привет! Вау. Какая ты стала? Не продолжай, ты тоже ничего. Я вообще не ожидал тебя здесь увидеть. Что здесь, весь театральный зажигает? Да, голос я смотрю, поставили. Угости тебя. Да. Эй, друг, повтори два. Ну и жара, Жека. Слушай, а ты не перестаешь меня удивлять. Познакомишь? Света. Очень приятно. Стас? Стас мой друг из универа. А Светка — это моя землячка. Да. Будущая актриса. Воу, актриса? Круто. Народ, что-то здесь уже скучно стало. А я согласен. Давайте валить отсюда и ко мне. Не знаю. Не знаешь? А я знаю. Пошли. Жаркая ночь. Звонили Новикову и Евгению. Оставьте ваше сообщение. Может, я его даже прослушаю. Бутылочка. Я вам хочу сказать, что бутылочка — это классика. Почему? Потому что наши отцы играли в бутылочку. Наши деды играли в бутылочку. И бабки тоже. Несомненно. И бабки, да. Ну что, давай? Ну давай. Давай. Нет, стоп, стоп. Вы это видели, что за профанация древней игры? Нет, так не пойдет. Давай, иди сюда. Нет, пожалуйста, не вообще, Джейка, спасай меня. Все, все, все. Дама попросила спасти. Я же рыцарь, я спасу. Так, ладно, оставим молодых в покое. Давайте дубль два. Оп. Вперед, вперед, давай. Давай, давай, я подержу. Давай, иди. Иди, иди, иди. Серьезно, давай, 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 давай. Давай, давай. Лена, здравствуй. Здравствуйте. А вы что, с бабушкой переезжаете? Куда? Пока не знаю. Если найдется хороший покупатель, может, деньги останутся. Снимем что-нибудь. То есть? Бабушка в больнице. Нужна срочная операция на сердце. А сколько нужно денег на операцию? $5000.
Понятно. Послушай. Не надо, пожалуйста. Возьми, возьми. Речь идет о матери капитана. Возьми. Возьми. А я что-нибудь придумаю. Спасибо вам. Очень плохо. Слушай, а Колесова твоя куда делась? Вчера не была на соревнованиях. Да бабушка у нее заболела. Уехала в Приморск. Черт бы ее побрал. Оказалась такой серьезной девицей. Получается, не на ту ты поставил? Получается. Вот только кого теперь в сборную заявлять, ума не приложу. Ну, а эти что? Да, эти Лене в подметки не годятся. Я на паре. Прости, у меня вчера вечером был коллоквиум, и я не мог тебе позвонить, не мог ответить. Как ты? ЖК! Тут препод палит. Все, перезвоню. Ну, и где мой кофе в постели? Я у тебя это хочу спросить. Где мой кофе в постели? Ну, ладно, я сама. Верни. Нормальные сиськи. Сыч! Что здесь происходит? Ничего. Все нормально. Я предлагал матери Колесова материальную помощь. Но она ведь гордая, она не взяла. И вообще вбила себе в голову, что я виноват в гибели Виктора. Я не понял. А разве нет? Не понял. Ты что себе позволяешь? Ты что себе позволяешь? Комиссия сделала свои выводы. Судно было в порядке, так что поосторожнее, потому что... Александра Ивановна в реанимации. Ну и что, это очень печально? А я тут при чем? Почему я должен навязываться ей со своей благотворительностью, а? Потому что должен. Мы с ребятами собрали деньги. Не хватает $2000. Закройте недостачу. И мы завтра выйдем в рейс. А если не закрою? Что, не выйдете? Не выйдем. $2000, говоришь, не хватает. Где она? Что с ней? Все в порядке. Операция прошла штатно, без осложнений. Операции. Я же не собрала еще деньги. Зато команда вашего отца собрала. Сказали, что все затраты по лечению матери капитана берут на себя. Благодарите их. Так, ребята, берите мешки, они пойдут на Шекспира для 4-го курса, дипломный спектакль. Эврипид, донесите на сцену. Так, осторожней, осторожней. И сразу же возвращайтесь за люстрой для Тургенева. Хорошо?
Так, что еще у нас? Привет. Привет. Коваленко? Какого черта ты здесь делаешь? А мне нужно с тобой поговорить. О чем нам с тобой говорить? О том, что ты на грани вылета из института? А это ты устроил? Так я на тебя жалобу накатаю. Рот закрой и пошла вон отсюда. Хорошо. Тогда я пойду к твоей жене. Думаю, она с радостью узнает, что я беременна от тебя. Так, слушай меня внимательно. Если ты хотя бы слово кому-нибудь скажешь, я сделаю так, что тебя не только из института за профнепригодность выгонят. Тебя вообще никто никуда не возьмет. Никогда. Даже в рекламе не сможешь сниматься. Пошла вон. И чтоб я больше не видел тебя здесь. Новиков, погоди. Новиков, тебя прям не поймаешь. Это тебе. Вот тут распишись. А что это такое? Приказ о твоем отчислении. Распишись, что ознакомлен. То есть, как, к какому отчислению? Там все написано. 116 академических часов за месяц. Без уважительных причин. Подписывай. Ну, как без уважительных? Я болел вообще-то. Я справку могу принести. Угу. Купишь и принесешь? Почему? Почему куплю сразу? Потому что у многих детей богатых родителей сложилось впечатление о нашем университете как о месте для просиживания родительских денег. А ты даже просидеть их не удосужился. Подписывай. Я буду ходить на все занятия, я обещаю. Поздно. Вот приказ. Подписывай, у меня еще куча дел. Может, другие, глядя на тебя, за ум возьмутся. Черт! Здравствуйте. Здравствуй, Леночка. Я слышала, бабушка заболела. А, уже все хорошо, уже выписывают. Ну и слава богу. Лариса Михайловна, а как там Паша? Он поступил? Поступил. Очень всем доволен. Я рада за него. Когда он приедет? Не знаю. Не хочет он возвращаться. А почему? Да разве ж ты не понимаешь? Да, я понимаю. Я пойду, мне к бабушке пора. До свидания. Взяла, что это мой ребенок. А у меня других вариантов нет, у меня никого, кроме тебя, больше не было. Черт! Свет! Надо что-то придумать. Я вообще как не готов. Ну, ты же знаешь, что я Лену люблю, и я на этот счет тебя никогда не обманывал. Так а что мне делать? Что делать? Ну, мы же с тобой не маленькие дети. Попроси денег у отца. На что? Жень, ты понимаешь, что если он узнает, он нам обоим головы оторвет? Жень, я правда не понимаю, что мне делать. Свет. Ну, успокойся. Я сейчас на Мелину, я достану денег. Все образуется. У тебя вся жизнь впереди. И у меня тоже. Прости. Я заплачу за всех. Можно еще? Дама. Привет, сын. А знаешь, тебе повестку тут принесли. Мам, да какая повестка? Повестку мне лично в руки должны давать, а не тебе. Нет, Женечка, с военкоматом надо разобраться.
Сходи. Мам, ты эту бумажку можешь просто взять, на мелкие кусочки разорвать и выбросить. Сходи в ректорат, возьми справку, что ты студент, и пришли мне. Мам, все не так просто. Я приеду и тебе все расскажу. Ой, неужели тапочки забыла? Не хотелось бы туда возвращаться. Да. Да я могу прямо сейчас. Хорошо, давай после обеда. На нашем месте. Жека приехал. Жека? Мам, в общем, меня отчислили из университета за прогулы. Что? Так. А чем ты думал, когда гулял с плавчихой своей? Ну, Ленка здесь, ну, она точно ни при чем. Все гуляют. В начале семестра особенно. Это нормально. Меня просто решили сделать козлом отпущения, чтобы другим неповадно было. Ну, что мне делать? Что, теперь в армию идти? Ты знаешь, было бы неплохо. Так, ладно. Гаврилюку я позвоню, он с ректором договорится. С военкоматом сложнее, придется это как-то решать. Женечка, родной мой, я всегда на твоей стороне. Но почему ты ведешь себя так неразумно? Мам. На самом деле, у меня есть еще одна проблема. Как же я соскучился по тебе. И я. Помнишь, мы тут с Пашкой втроем сидели. Клялись в вечной дружбе. Кто знал, что так все обернется? Я его сильно обидела. Ты его? Да. Я его обвинила в смерти отца. Ты же понимаешь, он вовсе не из-за жилета погиб. Не надо, Лен. Прошлое есть прошлое. И его нужно отпустить. А у тебя еще вся жизнь впереди. А мы увидимся с тобой завтра. Я уезжаю, ты забыл? Я помню. Я просто очень хочу, чтобы ты еще осталась. Хотя бы на пару дней. Тренер меня и так убьет. Да. Спорт. И никакой личной жизни. Привыкай. Так будет всегда. Жалко, конечно, что мы не вместе едем. Ты даже не представляешь, как жалко. Но я за пару дней решу все свои дела и сразу к тебе приеду. Ты, кстати, не сказал. Что за дела? А знаешь, почему не сказал? А потому что это просто преступление. Забивать такую красивую голову такими глупостями. Ой-ой-ой. Очень красиво. Самый красивый. Миш, ну не сердись. А что ты мне прикажешь, радоваться? Может, мне еще здесь яблочки станцевать? Ну, дети. Глупые дети, им по 17. Откуда в таком возрасте мозги? Это, конечно, очень не вовремя все. Им нужно учиться. Но уж если это произошло, мы не должны от них отворачиваться. Мы должны поддержать. Миш, ребенок – это же счастье. Да. Только этого счастья нам еще не хватало. Он успокоится. И я его знаю. Миша очень любит Свету. И ради нее сделает все. Ну что,
Свадьбу в этом кафе будем праздновать. А как же «Русалка»? Там скидки. Ну, скидки скидками, а здесь кухня лучше. Только это я беру на себя. Ну и прекрасно. За детей. Давай. Колесова, это справка, просто бумажка. Я на тебя надеялся. Владимир Николаевич говорил, что ты самая перспективная его ученица. А ты не только меня, а и его подвела. У нее нет, кроме меня, никого. Я понимаю. Но как ты нагонишь? Тебе никто не говорил, что спорт – это выбор. Никакие родные, близкие, не аргумент. Только результат. Результат будет. Я все время ходила в бассейн, когда могла. Ну, Колесова, это первый и последний раз. Иди в раздевалку. Жень? Дама. О, это откуда? Это ты подаришь Светочке. Ясно, опять начинается. А что начинается? Все, сначала. Сколько мы можем по кругу гонять одно и то же? Эта женитьба решает все твои проблемы. Институт, армию, беременность, Светы. Ну, последнее-то вообще нельзя сказать, что моя проблема. Твоя-твоя. И ты прекрасно это понимаешь, иначе ты не просил бы у меня денег. Да если бы ты мне дала денег, как я просил, а не поперлась бы к Коваленкам, это вообще была бы не проблема, а так, статья расходов. Нет, я, конечно, понимаю, что ты у меня самый умный, но по-тихому, мой милый, решить не получится. Ты что, не понимаешь, кто такой Коваленко? Да кто ты такой Коваленко? Да если ты на ней не женишься, я завтра останусь без работы. А ты, мой дорогой, ты загремишь в армию. И не в нашу воинскую часть, а... Господи, ну как же ты этого не понимаешь? Ладно, да все будет хорошо. Хотела. Такое ощущение, что у тебя просто нет сил. А сборную можешь забыть. Я правда себя как-то плохо чувствую. Когда нет результата, все себя плохо чувствуют. Хотя ты и правда какая-то зеленая. Давай из воды и быстро медпункт. -75/70. Головокружение, слабость. Да. Давно? Нет. Какие еще симптомы? Тошнота? С утра тошнило. Может быть, выпивали вчера? Нет, я не пью. Молодой человек есть? В смысле? Так, завтра сдашь анализы в нашей лаборатории. На прием к гинекологу, вторник, четверг. И прямо сейчас в аптеке купишь тест. Какой тест? Какой-какой? Обыкновенный. На беременность.